Шановні депутати! Я говорю, закончили, шановні депутаты! Закончили обсуждать вопрос, с какой песней Ани Лорак поедет на Евробачення. Хватит уже. Переходим до наступного питання. Якого наступного питання? Хватит уже. Шановні депутати, будь ласка, я вас прошу. Надо нас бросить. Будьте толерантні. Толерантні уже не знаю, куди сувати. Давайте обговоримо. Слушай, начальник, давай быстрее уже, а то вечерний квартал начинается. Так. Шановні депутати, зараз голосуємо. Чи ми повертаємо лист із НАТО? Чи дивимось вечірній квартал? Голосуємо. Голосуємо. Наш вечірній квартал. Красава! Вот смешно так, как пацаны. Нестор Иванович! Нестор Иванович, успокойтесь! Я ж еще телевизор не включил. О, дивіться, господи. Давно началось. Тихо, минут 15. Ага. Віктор Федорович, ну що ви оце... Ох ти, божечки, що такое? Та що такое? Що ви толкаєтесь? Що такое? Я здесь сидів, нас не знаю. Слушай, вот это, говорю, хлопец, который меня пародирует. Слушай, ну похоже ж, зараза. Да не то слово. Сашка. Ну, похоже, ой, молодец. Кстати, вы не знаете, где он живет? И когда домой возвращается, не? Слушайте, я припрошу, я вам не мешаю. Ой, Виктор Андреевич, вы нам и раньше не мешали. Тихіше можна, я не знаю. Слушайте, песня, давайте пока Козловский поет, переключим. Я вам переключу. Шутку пропустим, потом звони в СБУ. Узнавай, что было, не надо. Опа. Юлия Владимировна. Что? А вы что, в президенты собрались? Тю, с чего вы взяли? Ребята зря говорить не будут. Телефон звонит. Говорю, телефон у кого-то звонит. Так ответьте. Да отвечай, серьезно звонишь. Слушайте, я не понимаю, а что они про перевыборы не шутят, а? Нестор, ну куда ты торопишься? Не спеши. Перевыборы – это тема следующего концерта. Можно ты хише, чи не, я спрошу. Ось бачите, бачите? А про украинский прорыв и ни слова, и не пошутили, потому что... Потому что, Юлия Владимировна, ребята шутят про то, что действительно интересно народу. Ну, наконец-то реклама-то! Любые друзья, пока реклама, предлагаю выяснить, кто из нас за ними стоит. Може, це ви, да. Юрій Віталійович? Тобто ви? Ви ж не дарма на всі концерти ходите. Я, між прочим, по ділу. По какому такому ділу? У мене перші ряди по ділу проходять. Значит, я предлагаю, давайте не будем скандалить, а будем рассуждать, так сказать, логически. Давайте так. Значит, над кем они больше всего шутят? Так. Тот за ними и стоит. Так. Стоп! Стоп, я погорячился. Давайте другую гипотезу.
Виктор Федорович, я вам как президент скажу. Вы с такими словами, как гипотеза, поосторожнее. Хорошо? А то хлопцы услышат, целый номер напишут. Слухайте, слухайте, а может Суркис? Да не, не, у Суркиса другая команда. Тоже, кстати, смешные ребята. Да. Я смотрю, да. Это да. Стоп, Андреич, Балога. Балога? 100%. Может быть. Может быть, потому что чем он занимается, я лично не знаю. Может быть. Слушайте, ну раз мы не можем разобраться, кто за ними стоит, так, давайте голосовать. Давайте. Давайте. Стоп, а что это за намеки голосовать? Давайте, чтобы не было прецедента. Давайте. Прецедента Виктор Федорович опять на те же грабли наступает. Стоп, а что, чтобы не было гипотезы или что? Виктор Федорович, ладно, хорош. Раз мы не можем решить, кто из нас за ними стоит, так, давайте решим, что с ними делать. Стоп. Я как президент вам скажу. Так. Ничего не треба с хлопцами робити. У нас демократична страна. Хай роблять, вони талановиті. Вот. Теперь, когда мы узнали, кто из нас за ними стоит, теперь мы можем переходить. Значит, что, не надо намеков. Значит так, предлагаю провести с ними жесткую воспитательную работу. Методом кнута и пряника. Це як? Ну как? Бьет Луценко, угощает Порошенко. Виктор Андреевич, да что делать? Возьмите их просто в нашу Украину, да и все. Я не понял, зачем? Да они у вас там сами все через месяц перегрызутся. Так, ні, ні, це все не те. У мене є пропозиція. Так. Квартал геть. Давайте зробимо з ними те, що зробили з Кучмою, і все. То есть, отправим их на пенсию со всеми почестями и привилегиями, да? И потом всей страной будем вспоминать, чтоб при них было лучше. Слушайте, а может быть просто, а? Пригласим их, так сказать, к нам в гости на ковер и... Не, не, Виктор Федорович, не выйдет. У них корпоратив. Где? Где-то в центре Европы. Добрый вечер, уважаемые друзья! Добрый вечер, добро пожаловать! Поздравляем вас с 1 апреля! Разрешите представить вам ВИА Украина! Мы рады вас приветствовать в нашем уютном ресторанчике где-то в центре Европы! Приятно видеть представителей Солнечной Америки, Россию, сидящую за крайним столиком. Ну, пока за крайним, да. Представители Германии, Guten Tag, Франция, бонжур, тужур, лямур. На сцене Украина! Меня заказали ребята из Штатов, чуть-чуть доплатили, и я еду в НАТО. Но где-то узнали и чуть попросили. И вот уже срочно я еду в Россию. Меня облизали двумя языками. Меня растерзали тремя дураками. Подливой облили и с газом смешали. Меня не убили, меня задолбали. Меня пожрали мальчики с пузом. Меня переспали, как раньше в Союзе. И в номер несу я горилочку с перцем. А утром покажут простыночку с сердцем. Меня похвалили, но самую малость. Меня обокрали, но что-то осталось. Я снова на сцене в костюме Армани, в ботинках от Гуччи и с нулей в кармане. Но знаю я точно, под утро напьются, вот эти нарвутся, а вон те подерутся. А мне вертикально, я так отрываюсь, все будет нормально, и я улыбаюсь. Добрый вечер! Ура!
праздником вас, 1 апреля! Знаете, все-таки 1 апреля, 1 апреля уникальный праздник. Только в этот день мы со сцены можем говорить всю правду, а люди будут думать, что это все шутки. Да, и не будет этих звонков. Ребят, пожалуйста, про этого человека не шутите. А про этого пошутите. Вы забыли этого, а об этом не надо и вспоминать. Хотя, вы знаете, если честно, между нами говоря, нам не так часто и звонят. Да, да, не, ну бывает, бывает. Причем о ком бы мы ни шутили, о Тимошенко, о Витренко, о Ющенко. Извините. Извините. Алло. Да, Виктор Андреевич. Да, здрасте. Понял, не будем шутить. Да, не будем, хорошо. Ни о вас, ни о семье, ни о пчелах. Да, конечно. А, про них можно? Хорошо, ни о вас, ни о пчелах не будем, понял. Да, да, до свидания. Да, удачи, Виктор Андреевич. Да. Ну, вот так бывает. Вы знаете, лучше давайте поговорим о шоу-бизнесе. Ну, во-первых, безопасней. А во-вторых, сплетен хоть отбавляй. Вот совсем недавно, не слышали? Очень смешно. Ирина Билык, возвращаясь после сольного концерта домой на автомобиле. Да. По дороге домой успела выйти замуж за гаишника, консьержа и парковщика. Да. Извините. Извините. Что ж такое? Алло. Да, Ирочка, здравствуй. Да, здравствуйте, дорогая, да. Нет, 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 насчет консьержа мы додумали, да. Да, счастливо. Ну, бывает, бывает, звезды звонят. Но только известные, правда. Оксана Белозерова. Алло. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте, да. Почему мы о вас не шутим? У вас тоже много родственников и фанатов. Знаете, Оксана, мне кажется, что в вашем случае это одни и те же люди, да. Да, до свидания. Знаете, давайте лучше. Да. Вы слышите, Оксана? Да, вы знаете, давайте лучше поговорим о политиках, потому что, ну, как минимум, они гораздо раскрученнее, чем все наши звезды вместе взяты. Да. Вот, к примеру, Юлия Тимошенко. Да, Нестор Иванович. Да. Нельзя? Хорошо, я про нее не буду. До свидания, Нестор Иванович. Да, до свидания, да. А вот недавно Раиса Богатырева. Да, Нестор Иванович. Да. И про нее тоже нельзя. Хорошо, я не буду. До свидания, Нестор Иванович. Да. Вот. Или Анна Герман. Да, Нестор Иванович. Понял, не буду я шутить. Да. Лучше давайте поговорим. Пинзенек. Даша Лу. А, вы не туда попали. Извините, извините, я так глупо сказал, да, до свидания, да, до свидания. Давайте лучше поговорим о наших телеведущих. Вот совсем недавно, интересный случай. А, Дмитрий Гордон. Да, Дмитрий, здравствуйте. Почему нельзя про вас шутить? А грешно. Понял, хорошо, извините. Хорошо, давайте не будем говорить о Гордоне в частности, поговорим о Гордонах в целом. Да, ведь сколько на нашей эстраде не поющих, не танцующих, но у которых очень много денег. Да, Потап! Да я образно выражаюсь, образно! Вот, вот так у нас получается. Безголосые поют, деревянные танцуют, а те, которые ни туда не попали, в футбол играют. Так. Алло. Да. Здрасте. Нет, не узнаю, а вы кто? Серега, ты что ли? А, нет, Саня? А кто? Димка? А, не ангелы. Голос похож просто. Да. Ну, вот так и живем, знаете, дорогие друзья. Вот так и живем. Мы шутим, а не звонят. Они звонят, а мы все равно шутим. Потому что, как говорится в народе, не так страшен черт. Отключаю телефон. Добро пожаловать в вечерний парад. Каждый вечер наступает вдруг. Если делать нечего тебе, мой друг. И если ты от жизни, от своей устал, может быть, заглянешь в наш вечерний портал. Здесь сияют витрины и горят фонари. Здесь сигналят машины от зари до зари. Здесь красотки танцуют, здесь всегда полный зал. Здесь девчонки целуют, даже если устал. Здесь всегда зажигает вечерний квартал. Наш вечерний квартал.
Что ни говори, как ни крути, а 1 апреля все-таки очень интересный праздник. Потому что именно в этот день нельзя никому ни в чем верить. Ну и зря. Я вот, например, всем верю. Чего напрягаться? Прям-таки всем? Всем, конечно. Всем. Так, хорошо, проверим. Давай. Вот, смотри, допустим, Юлия Владимировна говорит о том, что украинский прорыв спасет Украину. Верю. Да? Ну, а Виктор Янукович говорит, что это полная ерунда. Верю. Я всегда верил, что Украину спасет какая-нибудь ерунда. Хорошо, продолжим. Наталья Ветренко утверждает, что НАТО – это гадость. Верю. Да? А Виктор Ющенко говорит, что мы обязательно туда вступим. Верю. Мы же не можем, чтобы не вступить в какую-нибудь гадость. Нас это... Хорошо. Знаешь, многие говорят, что Виктор Янукович был плохим премьером. Верю. Да. И также многие говорят, что Виктор Янукович был хорошим премьером. Верю. Янукович, он ведь такой разноплановый. Я понял, да. Хорошо. Пискун утверждает, что он генеральный прокурор. Верю. А Балога говорит, что Пискун не генеральный прокурор. Верю. Хотя кто-то из них точно Пискун. В этом смысле, да? Хорошо. В партии регионов утверждают, что у них никто никогда не дерется. Верю. Да. А недавно Шуфрич явился с синяком под глазом. Верю. Янукович, он ведь такой разноплановый. Получается так. Хорошо, поговорим на другие темы. Давай. Борис Моисеев гей. Верю. А Борис Моисеев нормальный мужик? Верю. Потому что, с одной стороны, он нормальный мужик. А с другой стороны, верю. Хорошо, вернемся к политике. Так. Юрий Луценко утверждает, что ударил Черновецкого по лицу. Верю. А Черновецкий утверждает, что получил ниже пояса. Тоже верю. Может, у него там лицо. Продолжим. Сейчас на эту сцену выйдут два красавца. Охотно верю, потому что этим двум уродам здесь уже делать нечего просто. Уважаемые друзья, ваши аплодисменты, встречайте! Чай вдвоем! Чай вдвоем, ничего себе! Чай вдвоем, с ума сойти! Добрый вечер, ребята. Здравствуйте. У вас сегодня простая задача. Вы знаете, дело в том, что у нас недавно открылся музей восковых фигур. Ну, звездный музей. Ну, делать ничего сложного не надо, надо просто занять удобную позицию. Такую, да, чтобы вот вы хотели, чтобы вас в веках запомнили. Как вам это удобно, вы там смотрите, да? Вот. И самое главное, не шевелиться и не ржать. Ну, как вы? Постарайтесь. Значит, тишина в музее. Я начинаю экскурсию, и ее постоянный ведущий Вульф. Да? А мы уже встали, да? А вы уже встали, заняли. Вот. Поехали. Добрый вечер, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать на телеканале «Культуризм». Знаете, к нашей программе я готовился 4 года. Это видно. Сегодня речь пойдет о творчестве популярнейшей, не побоюсь этого слова, поющей группе «Чай вдвоем». Знаете, я не случайно готовился к встрече, потому что, судя по физическим данным ребят, о группе «Чай вдвоем» нужно говорить либо хорошо, либо ничего. Знаете, с самого детства Стас Костюшкин и Денис Клявер балансировали на тонкой грани между музыкой и спортом. Уже в 4 года маленького Стаса Костюшкина, ну как маленького, относительно все, да, родители отдали на рояль. И Стасу настолько понравился этот инструмент, что он повсюду таскал его с собой. Денис Клявер тоже был физически развитым мальчиком. И уже в 3-м классе, добрый вечер. И уже в 3-м классе грудь Дениса Клявера была больше, чем у всех его одноклассниц. И учительницы рисования. Знаете, с самого детства отец Дениса Клявера, известный актер, гениальный актер Илья Олейников, пытался проявить любовь Дениса к музыке.
Но в 14 лет, когда Денис впервые дал сдачи папе, усатый тиран оставил его в покое. Идея названия группы пришла ребятам в спортзале. Первоначальное название было «Накачай вдвоем». Чуть позже оно трансформировалось в «Качай вдвоем». И уж после, когда ребят совсем, так сказать, объединились, в «Чай вдвоем». Вы знаете, была забавная история. Однажды, когда ребята делали синхронно жим-лежа, в спортзале раздался характерный звук. Именно тогда появилась идея песни «Может, это ты, может, это я». Да, вы знаете, слава легла непомерным грузом на плечи ребят, на их дельтовидные мышцы. И развивается с каждым днем и с каждой тренировкой. А сейчас, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы вы поаплодировали этим гениальным ребят. И улыбались, потому что когда человек улыбается, работают все 38 мышц лица. На сцене гениальная и великая, и не побоюсь этого слова, поющая группа «Чай вдвоем». Так, чтобы было можно веселее. Будет здорово, если вы будете прихлопывать. Так, в ритме все. Еще, еще, все вместе с нами. Еще. Ты уходишь, что ж, прощай, прости. Не вернешься, значит, не было любви. Прокричу, не обернешься и не отзовешься. Время на раздумья больше нет. Ты устал, и я слышал твой ответ. Но почему не бил белый свет? Обними меня на прощание. Может быть, страшнее расставания. Растопило сердце страдание. И вместо льда теперь уголек. Обними меня на прощание. Слов нет нам с тобой в оправдания. Не сдержали все обещания. И тонет наш любви островок. Кто-то скажет, не умеешь ждать. А если любишь, то научишься прощать. Говорить всегда так просто, не просто чувствам изменять. Пусть не стынет на щеке слеза, но я должен, должен все тебе сказать. Когда ты уйдешь, я стану искать. Обними меня на прощание. Быть страшнее расставания. Растопило сердце страдание. И вместо льда теперь уголек. Обними меня на прощание. Слов нет нам с тобой в оправдания. Не сдержали всех обещания. И тонет наш любви островок. Начали, продолжаем все вместе хлопать. Право, лево, середина. Все еще, еще, молодцы, хлопаем. Горячо, все, молодцы, еще. Все вместе, еще, еще, слушаем. Обними меня на прощание. Что может быть страшнее расставания? Растопило сердце страдание. А мы все хлопаем и хлопаем, хлопаем, хлопаем. Обними меня на прощание. Чтоб не нас с тобой в оправдания. Не сдержали все обещания. И тонет наш любви островок. И тонет наш любви островок. И тонет наш любви островок. Спасибо огромное!
Наш островок не тонет, а наоборот, уверенно плывет на поверхности. Спасибо огромное, мы продолжаем. У нас сенсация. А знаете, Билл Гейтс признан самым богатым человеком на Земле. Его состояние составляет 23 миллиарда ящиков Биленькой. Биленька, якость выще затяну, ваши облыски. Ну что ж, последняя статистика в нашей стране показала, что ГАИ, наша доблестная ГАИ, с народом. Причем делает она с народом все, что захочет. Итак, смотрите, случай на дороге. Так, что такое? Нет, я извините. Желаю младший прапорщик Кожа. Я прошу прощения, товарищ прапорщик. Это, опаздываю, извините. Разберемся, товарищ водитель, кто Господи. Куда опаздывает. Ваши права, документы. Да, пожалуйста. Сейчас разберемся. Да не надо ну-но. Сейчас разберемся, спокойно. Никто никуда уже не едет. Ага. Виктор Андреевич Ющенко. Так что, командир, вроде ж ничего не нарушал. Не, ну то, что вы водитель сознательный, я бачу. Единственный из кортежа остановились. Не помните. Что происходит? Нехорошо, товарищ. Извините, не запомнил. Виктор Андреевич. Виктор Андреевич. Нехорошо нарушать правила дорожного руху. Слушайте, я не пойму. Товарищ правитель, вы что, меня не узнаете, что ли? А что вы узнаете? Вы что, звезда якась? Киркоров, там, че Зеленский симпатичный такой. Что мне вас узнавать? Так. Где работаете? Я президент. Все понятно, работаете где? Да ты смотри. Ездите так, как будто права купили. Слушайте, вы почитайте. Купили? Я разберусь тут, я не случайно тут сюда. Я узнаю. Стою я. Кто ваш? Да, Виктору Андреевичу на память от Юрия Витальевича. Ну, купил. Нехорошо, я вам скажу. Что нехорошо? Товарищ, забываю все время. Виктор Андреевич. Нехорошо прикрывать свою несознательность уважаемым человеком. Кошмар какой, а? Кошмар какой-то. Машина ваша? Доверенность у меня. Давай доверенность будем читать. Так, доверенность. Беспредел. Я Леонид Данилович Кучма. Интересное начало рассказа. Доверяю в управление страну. Это не та доверенность, господи. Извините. И документов нема тоже, слушайте, да? Слушайте, перестаньте, товарищ правитель. А что такое? Что такое? Что такое? Что это? Употребляли? Слушайте, вы же не перегибайте, товарищ правитель. А ну сейчас мы проверим, в трубочку дыхните. Давайте, все нормально. Да, какую трубочку? Трубочку чу дыхни. Да что? Фу, вот так, фу. Чтобы никто не бачил. Давай, фу. Да все бачат, и так. Все, фу. Фу. Еще раз. Учащенье. Фу, фу, фу. Фу, фу. Молодец, шины подкачал, молодец. Зараз проверим, слушай, товарищ. Как вы знаете правила дорожного руху? Итак, внимание, вопрос. Давайте. На какой свет светофора... Ага. Повинен ехать водитель. А на какой свет? Да. А что, их богато, что ли? Что-то я не понял. Ну, когда я еду, всегда зеленый. Я не знаю. Знаете что, Виктор Андреевич, я вам так скажу. Что? Тебя машиной управлять не страной. А-а-а. Надо смотреть, куда ты стоишь. Ясно? Я понял. А что ты сейчас... Вот на высокой скорости машину не остановили почему-то. То вы что, это же Юлия Владимировна. Так и что? Так и что? Вы ее никак остановить не можете. Хотите, чтобы я тут... Стой туда-сюда. Да ладно, все, давайте. Значит, так ничего не дам. Получите права по месту вашей прописки. В городе Усуде, в городе Сумы мы. Как Сумы? Да это же далеко. Вы далеко. Что-то... Тогда по месту вашей работы, так сказать. А, вот этого точно не надо, товарищ парень. Вот, да вы шо? Вы шо? Болохов знает, он же ж меня вбьет. Вы шо?
Волога серьезная так, людина, да. Слушайте, может якось, мы как-то решим все-таки, а? Ну, там, я не знаю. Да вы что это, а? Мне, честному гаишнику, то сюда-туда и шо и на? Мне туда-сюда и шо и ты, и на, и все мы с тобой туда. Что-то я вас, товарищ прапорщик, не понимаю сейчас. Ага, то есть, когда я смотрю телевизор, я вас тоже не понимаю. Ну, я-то же выполняю все. Ну, ладно тебе. Не, ну, может, все-таки решим я. Решим! Вы что, мне хабаря предлагаете? Да решим! Решим! Какая у вас зарплата? Да 20 тысяч. Может, я-то и решим. Это, знаете, жизнь яка сейчас пошла. Решайте давайте. Тут решать до утра, я вам скажу. Да? Яка жизнь сейчас пошла. Раньше до дому гроши приносили, понимаете? А зараз шо? Решайте, решайте, давайте, нормально решайте. А зараз шо? До дому принес 170 прав. Шо моя жінка на них купит? Вкусненькое. Так, а ну подержи. А то еще был случай интересный. Да стою, значит, я стою себе, а потом сел на машину, еду на джипе, а сзади я ценю. Еду себе и еду. Ой, длинная история, вам скажу. Еду, еду, а он сзади мне что-то... А я ему машу, машу. Просто ж машу, а он, ну, то вы знаете. Все! Ну, все так все. Вы це, як его, Виктор Андреевич? Ну, да? Вы смотрите мне, да, тоже. Извините. Там... На самом деле, це я шуткувал. Да. Не каждый день такую людину остановишь, да, понимаешь, ладно, да? А. Вот. Не могли бы что-нибудь мне на память? Слушай, я уже все, да, что вы еще. Не, якусь мелочь. Да не. Какую мелочь? Да не, я имею в виду. Куда? Может, аптечку. Аптечку на память, аптечку. Ну, якщо воно так важно тебе. Важно. Да берите аптечку. О, спасибо за аптечку. Лечиться надо. Спасибо и вам, да. Вы езжайте. Ни гвоздя, ни жезла, ни таких, как я, на дороге. Вот это точно. Удачи, Виктор Андреевич. Вот это все пока. Удачи, спасибо за аптечку. Да хватит тебе же. Спасибо. Алло. Коломись, здорово. Да, це кожа. Так, слухай, Коломец, я слышал, у тебя завтра день рождения. А, зараз в твоем направлении едет Мерседес номера Витек. Без аптечки. Це як його той, через той туди. На, це мой тебе подарок. До нових встреч. Спасибо огромное. У нас в эфире немного информации. На последней встрече Владимир Владимирович Путин заверил Юлию Владимировну, что цена на российский газ останется прежней. Но продавать его будут дороже. У нас в эфире новости нашего квартала. Новости, новости! Тематику про грязную политику, про секс и акробатику, а также про эротику и прочую экзотику, про бизнес и про готику, про сало и наркотики, новости, культуру, пальпы, баскетбол, из прокуратуры, и, конечно, про футбол, про дочь, про посевную, про рогатую скотину, про новейшую машину, и про Ритну Украину, новости оттуда, новости отсюда, новости от учебных, зачетных, а тупости, толковости, болезни и здоровости, мы хотели новости, знаете ваши новости. Поговаривают, что Владимир Владимирович Путин по утрам не смотрит в зеркало. Он просто включает телевизор. И специально к празднику 1 апреля канал ОРТ решили переименовать в канал «Путин ТВ». Добрый вечер. Здравствуйте. В эфире новости на телеканале «Путин ТВ». Коротко о главном. Молодец. Теперь о нем же более подробно. Сегодня в Самаре в честь Дня города испекли самый большой в мире пирог.
Такой большой, что даже Путин не смог бы его съесть. Ну, по крайней мере, за один раз. В конкурсе красоты «Мисс Россия» победила Елена Федотова из города Владимира. Владимира Владимировича. Проблема газа. Строительство газопровода в обход Украины пока приостановлено. Российские ученые подсчитали, что гораздо дешевле пустить Украину в обход газопровода. Мы напоминаем, что это Путин ТВ. Мы работаем для вас. Для вас, Владимир Владимирович. Международные новости. Как сообщает пресс-служба ФСБ, у них есть точные сведения, что Джордж Буш и Усама бен Ладен переписываются на сайте Одноклассники.ру. Новости дальнего зарубежья. Считали, что в случае ядерного взрыва на Земле останется только одно здание. И это здание находится возле республиканского стадиона. Мы продолжаем. Со 2 марта в России открывается новый федеральный канал «Медведев ТВ». «Медведев ТВ». Мы работаем для вас. Для вас, Владимир Владимирович. Знаете, по статистике 90% современной молодежи знакомятся через интернет. И только единицы набираются смелости, чтобы встретиться лицом к лицу. Итак, первое свидание после знакомства в интернете. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы и есть та самая Анджелина Джоли? Буйная хозяйка пустели? Да. А вы и есть тот самый Брэд Питт, вонзающий жало в плоть? Да, да. Я вас себе таким и представляла. Так, да-да, давайте будем жить вместе в одной квартире и поставим компьютеры рядом. Давайте. Только обещайте, что хотя бы раз в неделю мы будем видеться. Обещаю. Обещаю, ведь между нами столько всего общего. Да. У нас с вами даже глаза одного цвета. Красного. Скажите, а мы с вами будем чатиться? Я предлагаю от чати перейти к зачатию. С удовольствием. Наверное, это мой рай. Смотреть свое отражение. Готов я к совокупленью, но только с криком «Бонзай!». Я даже брови не щипаю, не ношу каблуки. А я кальсоны заправляю под штанами в носки. Я продолжаю повторять себе, что все хорошо. Потом смотрю и понимаю, что не все хорошо. Я так и знала, у Брэд Питта отвисают в очках. Я был уверен, Анджелина лысовата слегка. Теперь я точно убедилась, что ему 46. А у нее вот тут мешочки и усики есть. А я признаюсь, что Том Круз женат и двое детей. Фонтан проходчик на засядька и фанат жены. Бандера с мышкой, а в бандерах ты милиционер. Красавчик космос из бригады Кирскина. Сталлоне девственник со стажем вместе с мамой живет. Шакира в Джеке на Подоле паспорта выдает. Ален Делон торгует на базаре клеймами. Мадонна вот уже 2 года как импотент. Это наш сайт. Мы здесь сидим до рассвета с потухшей сигаретой в одних семейных трусах. Я здесь узнал, что у жены моей другая семья. Что я беременный от друга, а мой друг от меня. Что я родился в Пакистане от любимой кумы. А наша школа развалилась
и за Кучмы. А братья Суркисы не братья, между ними любовь. У Тимошенко обнаружили Ахметова кровь. Я здесь родился, здесь женился и, похоже, умру. И пусть напишут на могиле «Одноклассники ру». Саня, вот ты знаешь, вот мой самый лучший друг, вот он предпочитает Билейнку. Кстати, зря. Потому что, Аркадий, в жизни нужно попробовать все. Саня, да он уже все перепробовал. Ну? Шо, ну, я тебе говорю, он теперь предпочитает только Билейнку. Билейнка, якись выше затяну. Мы продолжаем, у нас сенсация. В фильме «Возвращение Мухтара» даже собаку удалось дублировать на украинский язык. А теперь еще несколько сенсаций, скандалов нашего квартала. За один день на 12 лет постарел водитель «шестерки», врезавшийся в «Инфинити». В Ивано-Франковске под памятником Тараса Шевченко были найдены останки памятника Ленина. Гипнотизер из Ровно заставил нашу съемочную группу снять про него передачу. Сенсация. Дмитрий Каляденко не отражается в зеркале. Иначе бы он так не одевался. Криминальные новости. 124 трупа было найдено в земле возле сторожки охранника кладбища. 14 лет в собачьей будке прожил житель Ялты, сдающий квартиры приезжим. Вчера было совершено групповое изнасилование, в ходе которого был снят новый клип группы «Армия». Ну и, наконец, топ-новость дня. Темненькая из блестящих стала темной из «Ночного дозора». Встречайте! Заслуженная темненькая российской эстрады Жанна Фриске! Позади остались грозы и...
лишь один, а ты все смотришь из окна. Давай пойдем с тобой туда, где нет ни снега, ни дождя, где мы останемся вдвоем, где будем только ты и я. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, танцуют звезды и луна, а ты опять сидишь один, а ты все смотришь из окна. Давайте отгадаем с вами загадку. Значит, два альпиниста поднимаются на гору. Один с рюкзаком беленькой, другой с рюкзаком золота. Какой поднимется выше? Я думаю, тот, у которого рюкзак беленькой. Почему? Потому что я кисть выше затяну. Соответственно. Ну, и раз уж мы заговорили о качестве, сейчас на эту сцену выйдет качественный исполнитель, человек, перед которым мы очень сильно виноваты. Встречайте. Дамы и господа, впервые в вечернем квартале Михаил Михайлович Поплавский. Михаил Михайлович Поплавский! Михаил Михайлович Поплавский! Добрый вечер! Добрый вечер! Михаил Михайлович, ну, вы знаете, сегодня такой день. Хотели извиниться перед вами за весь тот юмор, за все эти шутки, которые были на ваш колени, адрес. На колени. Я понимаю. Вы знаете, а таких шуток, ой, как много было. Денис, да, все, ребят, зачем ты так? Зачем ты так много было шуток? Не надо. Не надо? Зачем? Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. А ты, Фантомас, что тут робишь? Работаю. Работаю. За бабки, да? А? Не-не, за бабки то вы и я. Но мы вдвоем. Вы не сядьте, а мы постоим. Михаил Михайлович, простите нас, мы дураки. Знаете, мы люди творческие, мало ли... Не, ну не такие творческие, как вы, конечно, но... Женя. Извините. Михаил Михайлович, ну, простите, ну... Извините нас, пожалуйста. Извините, вот за все наши шутки. Особенно за вот этот номер, когда мы показывали, как вы уходите со сцены. Да, мы же не знали, что вы придете. А кто вам сказал? Мы не знали. Да, Михаил Михайлович, простите нас, пожалуйста, мы идиоты. Я знаю. Во. Идиоты, конечно, когда мы сказали, что у вас на подтанцовке весь институт. Реально много людей. Перестань, Вова. Перестань. Конечно, это же дураку понятно, если на подтанцовке весь институт, кто что там в зале сидит. Михаил Михайлович, Михаил Михайлович, вы нас извините. Ну, простите нас, ну, вот за все. Мы, знаете, мы говорили, что у вас такие яркие, пестрые костюмы. Да, мы же не знали, что у вас этот есть. Ну, мы не знали. Ты перестанешь или нет, Вова? Давай, проси прощения. Михаил Михайлович. Я прошу прощения. Ну вот. Я, конечно, прошу прощения. Спокойно. Спокойно. Я попробую. Дорогой Михаил Михайлович! Чё ты орёшь? У него со слухом все нормально. Не факт. Женя, перестань! Перестань! Михаил Михайлович, ну, мы извиняемся. Знаете, вот все, что вы делаете на нашей эстраде, вот это вот все! Вот если бы вы жили в Англии, вам бы наверняка дали звание лорда. Да, может, вы в Англию поедете. Слушай, ну что, нельзя нормальное прощение попросить в конце концов? Михаил Михайлович, лично я вами восхищаюсь, честное слово.
Я вчера смотрел ваш концерт по телевизору. Ну, допустим, что такое? Слушайте, ну так петь, и так танцевать, и по-трезвому это... Женя, ну что ты? Михаил Михайлович, видите, мы на самом деле, действительно, я понимаю, что мы придурки полные. Реально, я признаю, мы хотим извиниться. Ну, не получается у нас. Не получается у нас. Давайте я вам допоможу. Давай, помогите нам. Дорогий Михайло Михайлович. Дорогий Михайло Михайлович. Шановний ви наш. Шановний ви наш. Пробачте нас нерозумних. Пробачте нас нерозумних. Нам талановиту людину образити раз плюнути. Нам образити раз плюнути. Тільки б зуби поскалить. Тільки б зуби поскалить. Михайло Михайлович, обіцяємо, що більше не будемо жартувати. Більше не будемо жартувати. Про вас. А якщо порушимо цю клятву? А якщо порушимо цю клятву? Обіцяємо ходити на всі ваші концерти. Обіцяємо ходити на всі ваші концерти. Клянемось. Клянемось. Стоп, руки дістали, руки за спини. Ось так. Клянемось. Клянемось. Михайло Михайлович Поплавский. Дякую. Дорогие друзья, это не просто встреча. Это сегодня совместный проект, правда. Это еще не конец. Итак, совместный проект, новый хит. Сэр Михаил Михайлович Поплавский. И студия «Квартал 95 Blue». Песня «Sorry Нас». Михаил Михайлович, sorry. Sorry. Come on. Yeah. Sorry, sister. Yeah. Yeah, come on. Jeffy Doll, sexy raptor is coming, yeah. This is the idol of Ukraine. What I gonna do to make you solo? What I gonna do, кроплі вод? What do I say to eat the mamo? Superheroes read the Osala. What I gotta do, Ukrainian Batman? Yeah, come on. What I gonna do, будь-який? What an апростец, орели юний. Sorry, seems to be варенички. Михайло, Михайло. Не-не-не, Михайло Михайлович. Elvis Presley про. Михайло, Михайло. Sorry, нас Михайло Михайлович. Michael seems to be Michael, superstar Ukraine. Я українець вірою і кров'ю. Моє коріння тут, у цій землі. Хіп-хоп, соловик, йо. Вона моєю живиться любов'ю. Come on, Ukrainian bombastic show. А я страждаю болями її. Yeah, it's Maharishi rock, come on, yeah. Михайло, Михайло, number one, Михайло Михайлович. Elvis Presley from Кіровоград. Михайло, Михайло, sorry нас, Михайло Михайлович. Michael seems to be Michael, superstar, great and glad. Thank you, girls, за чот. Thank you. Дамы и господа, это действительно сэр украинского шоу-бизнеса. Давайте ему поаплодируем, как он этого заслуживает. Знаете, эти ребята участвовали в проекте «Цирк со звездами».
Но, к сожалению, звезды уехали, а ребята остались. Итак, встречайте, Дизель на сцене! Дорогие друзья, ни для кого не секрет, что сейчас в нашей стране ведется активная борьба с коррупцией. Итак, представьте случай в одном из обычных киевских паспортных столов. Здрасте, вы меня помните? Ну, я вам документы на выписку подавал. Петров? Да, я. Не готовы твои документы. Как? Подождите. Приходи через неделю. Да я к вам уже полгода, через неделю хожу, да через неделю каждый раз. Кто-то здесь не умеет читать? Но, может быть, вот этот маленький презент как-нибудь ускорит наш процесс? Тише, тише, тише. Что ж ты размахался ей, как шашкой тут, а? Готовы твои документы, тихонечко, все в порядке. Всем стоять, это отдел по борьбе с коррупцией! Попалась, голубушка! Спасибо за сигнал, товарищ! Это вы... Стоять, ну, спокойно! Люди добрые! Это что ж такое происходит? Честную женщину в коррупции! Честную женщину? Да ты посмотри на себя! У тебя же руки по локоть в шоколаде! Как вам не стыдно, женщина? К вам порядочный человек обратился за помощью, а вы... Ну зачем вот это вот, а? Кстати, что у вас случилось? Понимаете, я хотел в очередь на квартиру встать, а она... Вот видите, человеку даже жить негде. А вы? Может, у него денег даже на этот шоколад нету? За что вы хоть живете, а? За копейки. Две квартирки на Оболоне сдаю, мне бы третью, понимаете? Так, пошел вон! Извините, пожалуйста, я все понял. Вот это. Как будем оформлять, значит? Имя, отчество? Юлия Владимировна. Товарищ майор, проблемы у нас могут быть. Вы представляете, как это прозвучит в прессе? Значит так, отныне ты Карамелькина Ирина Петровна. Ай, западло! Паспорт сама себе сделаешь. Я имею право на один телефонный звонок. На, звони, пожалуйста. Алло, сыночек. Это твоя ни в чем не повинная мать звонит. Сыночек, мама будет поздно. Ага, лет через пять. Сыночек, ты уроки сделал? Молодец, сыночек. Видишь, там возле маминой кроватки стоят три ящичка коньячка. Выпей их, маму, попали! Да, ну дай сюда! Ну поймите, сынки, родненькие, нельзя мне в тюрьму. Болею я. Чем хоть болеете? Кариес у меня. Обратите внимание, на стене висит портрет Порошенко. Что? Сладкую жизнь себе здесь устроила? Где портрет президента? Там. Где? За Порошенко. Ну посадишь ты меня. Ты думаешь, ты поломаешь систему? Да я здесь просто пешка. Я из каждой коробки всего три конфеты ел, а остальное наверх шло. Ты думаешь, я одна такая? Да вся страна так живет. Да посмотри, к доктору зайди, бутылочку ему занеси. Так он тебе такой больничный выпишет, что потом ни один директор не спросит, почему это тебя не было на работе 6 лет. Директрисе в школу, презентуй коробочку конфет. Глядишь, и твой сынок лучше учиться стал, хоть и пить не бросил. А в бухгалтерии за банку кофе тебе такую справку о доходах нарисуют, что тебе даже в банке спермы кредит дадут. А в Верховной Раде? Вы думаете, они там вопрос НАТО решают, да?
Да они же там наши с вами конфеты деребанят! Ну и специально для всех женщин, присутствующих в зале, встречайте Филипп Киркоров. Добрый вечер, уважаемая публика. Снова добрый вечер, 95-й квартал. Оказаться в кругу людей, которые понимают, кого приглашают. Каждый раз приезжая и выступая на этой сцене, я чувствую себя как дома. Поэтому предлагаю со мной вместе полететь сквозь окна, сквозь стрелы. А я, как всегда, буду вашим плащом от всех невзгод и непогод. Тебя позвал. Полетели сквозь окна, занавешенные дождем. Чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем. Чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождем. Миллион шагов назад, миллион кругов и ад, миллион веков тебя одну искал. В миллионе есть лишь миг, подаривший мне твой крик. Ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал. Полетели сквозь окна, занавешенные дождем, чтобы ты не промокла. Сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем, чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождем. Я буду, буду, я буду, я буду. Сквозь окна, занавешенные дождем, чтобы ты не промокла, я буду твоим плащом. Полетели сквозь стрелы, под обстрелом и под огнем, чтобы ты не сгорела, я буду твоим дождем. Полетели сквозь окна, занавешенные дождем, чтобы ты не промокла. Продолжать. Вы знаете, небольшая новость. Вчера на Крещатике собака, поднявшая ногу, чтобы пописать, остановила сразу трех таксистов.
Ну, жизнь не стоит на месте, она, так сказать, продолжается. Сами понимаете, в эфире постоянно рубрика «Черный квартал». Объявление. На руководящие должности в ГАИ приглашаются люди, не имеющие среднего пальца. В связи с темпами подготовки Украины к Евро-2012 было принято решение переименовать его в Евро-2013. Врачи утверждают, что в организме Козловского не хватает пули. Все те же врачи считают, что бутылку пива «Янтарь» можно сразу нести в больницу на анализы. Ученые раскопали древнюю женщину, в которой были найдены останки древнего мужчины. Удивительная статистика. Женщин, снимавшихся в рекламе прокладок, никто не помнит в лицо. Кутузов, адмирал Нельсон и Циклоп висят на сайте одноглазники.ру. Переходя автостраду в неположенном месте, котенок использовал все 9 жизней. Дамы и господа, сегодня в Киев приехал цирк с донецкими номерами. Ой, а у меня совет хозяйкам. Секрет украинского борща знают не все. Оказывается, в него надо добавить немного беленькой. Ну и как? Съел и сразу за второй побежал. Беленька, якость выше, затяну ваши аплодисменты. Встречайте, Олег Газманов. Я родом в Советском Союзе, сделан я в СССР. Олег, вы знаете, у вас есть уже давно отработанное амплуа. То мы вас видим с военным оркестром, то вы выступаете с военным хором. Но никто никогда вас не видел с потанцовкой. Итак, друзья, встречайте балет «Динамо». Вы что, серьезно? Хореограф! Хореограф Степан и Олег Газманов! Моя мечта сбылась! Добрый вечер, Олег! Сегодня работаем вместе с вами. Вы просто пойте, все остальное сделаем мы. Вот это меня и настораживает. Все, спокойно, спокойно, девочки. Так, как собрались. Я не вижу, подожди. Все в порядке, Олег. Друзья, вы мне машите руками, если там все нормально, ладно. Я думаю, все будет отлично, девчонки. Ну, мне же посмотреть тоже хочется. А что поем вообще? Поем, как обычно, морячку. Итак, начали. Это же не морячка. Стоп! Значит, девчонки, с первого раза, как договаривались, без осечки, да? Извините, Олег, волнуюсь просто. К вам никаких претензий, у вас все хорошо. Девчонки, начали! Стоп! Не берите, у вас все хорошо, к вам никаких претензий. Значит, все делаем, как Лиза. Поехали! Лиза, кто тут вообще? Стоп! Плохо все делаем, как Лиза, плохо! Лиза. Значит, вы что себе позволяете? Гоняйте Олега туда-сюда. Вы хоть знаете, сколько минута Газманова стоит? А? Олег, а вы что краснеете? У вас все нормально, у вас вон. Я не краснею, я просто смотрю на ее глаза. Я понимаю, да. Понимаю, что она. Лиза молодец. Значит, у вас никаких проблем. Все, поехали! Начали, девочки! Yes!
Кадрон. Извините, Олег, к вам никаких претензий. Сейчас претензии к девочкам. Девочки, вы понимаете, что люди, которые пришли к нам на концерт, для них Пушкин, Толстой, Газманов — это не просто название улиц. А? Давайте посерьезней. С первого раза без осечки, извините, Олег, к вам никаких претензий. Поехали! Раз, два, три, четыре. Ногу выше, линию держим и пошли вокруг. Давай, давай, давай. Эскадрон, матрицы, лишальные. Четыре, пять. Не улыбайся, ему не преград. Два, три, нос мужать. Линию держим, пусть летят, пусть стоп. Девочки, молодцы. Отлично, красотки. К вам никаких претензий. Сейчас претензии к Олегу. Это потому, что я из Москвы? Нет, вы... потому что вы не пели. Я не пел. Я просто не слышал, может, работали. А, я понял, значит, с поклона. Сразу с поклона. Все, девочки, приготовились. И раз, и стоп! Значит, извините, Олег, я объясню немножко. Девочки, понимаете, Олег кланяется... Я это не вижу. Он да. Это видит. Кстати, вот кланяется для того, чтобы показать уважение к зрителю, да? Вы же кланяетесь для того, чтобы показать нечто иное. Чего нету Олега? Но это не к вам. Претензии у вас и так все хорошо, и даже без подтанцовки. Так что давайте по старинке, да? А мы с девочками за кулисы, чтобы у меня... Что по старинке? Я уже не понимаю ничего. Да, без подтанцовки давайте, да? Только песню надо выбрать, что-то лирическое. Да я тоже так подумал. Я сначала думал, что там чистый юмор, там все-таки... Юмор. Вообще «Эскадрон» — это такая, ну, героическая эскадрон, песня. Вот хорошая. Нет, «Эскадрон» а нет. А может такую, чтобы вот... Про Люси. Ой, Люси. Загадочно. Это у меня Родион пел про собак, она еще беременная потом стала. Ну вот. Более лирическая, не знаю, какую там. О, давайте «Путану». Ну, я не знаю, я, в принципе, готов. Я знаете, что думаю? Вы, наверное, со своим эскадроном останетесь, а мы с нашими лошадками, ну, за кулисы, чтобы у меня все было хорошо. Построились! И Олег Газманов, встречайте! Раз, два, три, ну, давайте, четыре! Да. Итак, песня с названием «Ночная бабочка». Помогаем, да? Служишь украшением стола, тебя как рыбу к пиву подают. Любой, кто заплатил, имеет все права. И вот ночную бабочку ведут. Россия, космос и континенталь — твои любимые охотничьи места. Шампанская икра и запах сигарет — на все готов очередной клиент. Путана, 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 поем. Ночная бабочка, ну кто же виноват? Путана, 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 огни отелей так заманчиво горят. А помнишь школу, первый поцелуй? Я имя твое в парте вырезал, стихи тебе писал. Что будет дальше, я тогда не знал. А дальше закружило, понесло меня в Афган, тебя в валютный бар. Меня стрелял душман, а ты свой божий дар сменила на ночное ремесло. Путана, ночная бабочка, ну кто же виноват? Путана, 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 огни отелей так заманчиво горят. Грустно знать, что нам не быть вдвоем. А может, просто гривен накопить и подойти.
подойти к тебе и ночь твою купить. Но как потом мы дальше сможем жить? Теперь ты украшение стола, и тысячи твой стоит туалет. Любой, кто заплатил, имеет все права. Лишь мне с тобой встречаться смысла нет. Путана, путана, ночная бабочка. Путана, путана. Какой хор женский здесь, а? Путана, 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 ночная бабочка, ну кто же виноват? Путана, 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 огни отелей так заманчиво горят. Путана, 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 ночная бабочка, ну кто же виноват? Сквозь рваные раны тумана огни отелей так заманчиво горят. Видишь, Степа? Че? Ну, у всех есть пара. Так. У Ющенко Тимошенко. А. У Путина Медведев. Хорошо. Даже Чебурашка себе какого-никакого вот крокодила нашел, понимаешь? Не. А я один. Ну, я все время один. Как это один, Юзик? Все время ты один, а я? Я же тут с тобой рядом стою. Один. Да нет, Степа. Ты рядом со мной стоишь за деньги. Понимаешь? А мне нужно по любви. Чтобы было с кем поговорить. Понимаешь? Скорую некому вызвать. Стакан воды подать некому. Старости? С утра! Юрочка, я могу быть с тобой рядом. Да нет, Жень. Все. Ну ты мужчина. Ну так я ж глупый. Так ты же некрасивый. Так ты ж пьющий. Женя, ты очень высокий. Я понял. Я! Ну я же очень маленький, Юра, я могу быть с тобой вместе рядом. Нет, Вов. Почему? Ну и ты очень популярный. Какая разница? Да как какая разница? Ты хочешь, чтобы любой человек говорил, что за дилда стоит рядом с Зеленским, а? Юрчик, ну подожди, ну, да. Ну подожди, ну я подхожу, ну посмотри. Ну, ты подходишь. Ну вот, видишь. Ну, хочешь, я к тебе перееду? С вещами? Да, с мужем. Слушайте, а что происходит вообще, а? Я понять не могу. Юра, слушай, да тебе просто расслабиться надо и все. Знаешь что, дорогой мой? А поехали со мной в Бразилию на карнавал, а? Ну, только представь, девчонки, самбука, текила. Та-та-тан, та-та-таран, та-та-тан. Не, Аркаш, не. Чё? Ну, я не люблю танцевать. Да, конечно. Стоп! Так есть же выход. Аркадий, возьми меня. Я могу! Поехали все! Видите, вам хорошо. Чего? Вы на карнавал летите. А я один! Я понял, в чем проблема, ребята. Юрке нужна женщина, понимаете? Неважно какая, любая женщина, главное, чтобы постоянная. Да, конечно, да, постоянная. Нет, Вова, мне не нужно существо, которое тратит мои деньги, понимаешь? Мне не любая нужна. Мне нужна любимая. Любимая! А что-то... Да тоже не вопрос, не переживай, сейчас познакомим. Смотри, сколько... Здесь? Да конечно, красавица. Конечно, здесь, а что тянуть-то? Да не боись, Юрка, не боись, они не кусаются. Ну, всяко бывает, и кусаются, и царапают. Юра, стой.
Дорогие друзья, внимание, Юрочка! Сейчас, в этом зале мы тебе найдем женщину. Не любую, любимую. Любимую. Итак, внимание, так. Смотри, сколько красавица. Вон, видишь? Вон, видишь? В зеленом шарфе, видишь? Видишь, красивая такая, видишь? Где? Ну, вон, красивая в зеленом шарфе, я тебе говорю, вон. Ого. Она точно красивая? Она точно красивая! Дайте так, сейчас. Берешь тортик, шампанское, цветы, подходишь к ней, берешь ее и едешь домой. Вова, у меня мама. Ко мне домой! Я тебе ключи от квартиры дам. Все, вперед, давай. Давай, Юрик. Вовка, а ты будешь? Я? Зачем? Ну, а вдруг я не решу? Да все нормально, ты решишься, все у тебя получится. А Вовка, ну почему ты так говоришь? Ну ты же меня совсем не знаешь. Да я ее знаю. И мы. И мы знаем. Мы знаем. Все, берешь цветы, подходишь к ней и целуешь, понял? Где здесь? Да здесь. Вова, камеры, люди, нет. Юра, это же не при всех. Давай, Юзик, на это улице. Же не на улице. Подходишь к ней и целуешь, давай, вперед. Но... Да сможешь, вперед, целуй. Не смогу. Юра, целуй. Юра, целуй. А, я понял, дорогие друзья, внимание. Это ответственный момент, Юрка не может собраться. Он поцелует. Ему надо, понимаете, ему надо, как вам сказать, такой стимул. Стимул, стимул. Сейчас, стимул, стимул. Есть любящие пары в зале? Уважаемые операторы, а вот возьмите эту пару, крупно. Ребята, а поцелуйтесь, пожалуйста. Ну давай, иди снаряд. Ну поцелуйтесь. Ну, ну, ну. Давайте поаплодируем. Юра, ты понял? Ну я не знаю. Ну что ты не знаешь, Юра, ну подумай. Юрик. Ну Юра, ну что может быть лучшим доказательством любви? Что, поцелуй, что ли? Да, поцелуй, конечно! Именно поцелуй. Ага, ну, конечно. Поцелуй нежными ли, чуть небрежными, это будет нетрудно, это по любви. Можно губками или глазками, лучше носиками, даже попками, щечками ли, пузиками, я к тебе прижмусь, о, монами, поцелуями своими весь мир удиви. Это будет нетрудно. Это по любви. Гагаузскими, африканскими, даже русскими, черниговскими, черновецкими, Луценками, Тимошенками, Януковичами, Шуфричами. Даже можно с Ветренко, если полюбить. Комитетами, фракциями, парламентами, перевыборами, НАТОми ли, комбинатами ли, ЕСами и майданами, со свекровями ли, со свекрами. Степан? Даже можно и с тещей, если по любви. Вот это да. Черт. Ты подготовился, Юрка. Красиво. Вот ты готов? Да. Все нормально? Да. Готов? Да. Да. Иди к ней. Давай. Зеленый. Держи. Держи. Спасибо. Держи. Куда ты? Стой, стой, стой. Так. Назад. Че с ума сошел? Юзик, не пуха. Черт. Друзья, поддержите! Голубоглазыми на худой
зрителями с аплодисментами ли. Вам ведь будет нетрудно это по любви. Yeah.